Здравствуйте, мои дорогие. Как я и обещал, сейчас мы встретились на моем айфоне. Моя задача – это его установить, чтобы он снимал именно как я купаюсь. А для этого нужно каких-то пару секунд, я надеюсь. Вот. Наверняка меня видно. Так. Если я буду опускаться в воду, меня тоже должно быть видно. Но на всякий случай я хочу еще перестраховаться. У меня здесь есть такая чудо-палочка, которая мне поможет немножко наклонить мой iPhone с помощью своей упругости. Я надеюсь, это получится хоть немножко. Ладно, как бы вроде бы все удачно, но все-таки хотелось бы какой-то конкретной стабильности. Для этого я тогда возьму и просуну веточку, и она, наверное, потянет, будет как мне надо. Надеюсь, будет как мне нужно. Мне же нужно немного, как бы, а чтобы просто закрепить все дела, сейчас я завяжу на узелочек и начну снимать, пока не начался дождь. Дождь очень скоро может начаться, а я хочу все заснять. Все, вроде бы получилось. Если не развяжется, вроде бы все получилось. Где-то так, приблизно. Приблизно где-то так. Я буду плавать в одном метре от воды, и должно все получиться. Ну что ж, приступим. Будем действовать быстро и аккуратно. На все про все каких-то 20 минут. А потом, может, вырубится телефон, потому что батарейка уже заранее была израсходована и не заряжены. Мне главное, чтобы получился я в кадре, приблизно в центре, и этого будет для меня вполне достаточно, чтобы удовлетворить свое, так сказать, человеческое желание. Вот. Вот это здесь. Такая вода холодная, на самом деле. Но это ничего. Лишь бы видео удалось. А радует то, что здесь река, и как бы в этом месте нету бутылок разбитых, так как у меня нету возможности на своем родном озере без разбитых бутылок. Какой классный момент. В этот момент хочется петь. Ледяная вода моментально замерзает тело и согревает аудиторию своего окружения на 10-5 сантиметров, но ненадолго. Классно.
Я надеюсь, сейчас идет съемка, я не могу убедиться в этом до тех пор, пока не сниму iPhone с этого куста, подпертой палкой, и не проверю лично. Но, как говорят, что один раз это, ну, как бы не серьезно. Поэтому нужно еще как минимум два раза, чтобы все было серьезно. Но учитывая холод реки и атмосферу спокойного дня, нету ветра, надо еще. Я готов. Обрыв очень редкий, тут получается один шаг 50-20 сантиметров. Второй раз надо уже выдержать немножко подольше, чтобы тело привыкло к холоду, потому что когда я поеду в Турцию, а так как сейчас 1 число мая, то там сказали, будут по обеим сторонам моря вливаться две холодные речушки. А так как я главный аниматор, то мне нужно, чтобы меня это не беспокоило, и демонстрировать туристам спокойствие и им говорить, что типа, ой, нормальная, хорошая вода. Если честно, очень-очень-очень такое ощущение, что мое тело жжет. Поэтому не будем его переутомлять. Еще немножко, и я обратно выхожу. И третий раз закаливаюсь. И я надеюсь, в Турции не такое холодное море не сравнится с моей рекой. Единственное, что я еще надеюсь, мне не придется удерживать свое богатство руками. Потому что на море, по крайней мере, как мне сказали, вода все равно приблизительно равняется около 20 градусов, даже в начале мая. Бояться нечего, ну, только если какая акула не укусит там или медуза не поджарит. Но в принципе я готов, я люблю туристов. Когда-нибудь сам стану туристом и буду смотреть на себя со стороны. Какой хороший мальчик или девочка, аниматор, которые помогают нам, простым богатеям, разнообразить свое время, свободное времяпрепровождение от забот и прочее невзгод. Я уже подозреваю, что у меня где-то там батареечка опустилась примерно на 5%. Ведь все-таки видео в таком формате — это, так сказать, недешево по поводу заряда. А ведь у меня осталось там всего 15-10%. Поэтому третий раз я должен окунуться, попрощаться. И до встречи будет уже на Самсунге. Возвращаться домой будем под Самсунг. Там у меня еще 50% за счет того, что я его не использую, за счет того, что он у меня заряжен постоянно, потому что не используется и не разряжается. Вот это чудо техники, когда ее не используешь, то она и не разряжается. Ну что ж, сейчас еще чуточку, одну минуточку, и закалим это тело третий раз. Вы знаете, когда заходишь в воду, после такой воды, леденящей, 27 градусов, когда на тебя светит солнце, кажется, что ты под хорошим теплым огнем, таким действительно теплым, как равняется приблизительно, если сесть и на первой ступени в парилке, потому что тело сразу пытается восполнить потерянное тепло, и кажется, как будто бы тепло, и так оно и есть на самом деле. Он не страшен никакой холод. Ну что ж, проверим это на своем опыте. Я сейчас третий раз захожу, то есть чуть ли не заползаю. Вижу, что мой iPhone нацелен на низ. Я надеюсь, хотя бы он снимает как минимум мою голову. Это то
то, чего мне так не хватает, чтобы моя голова была в кадре. Ну что ж, не будем разглагольствовать, а потом пойдем домой праздновать. Ведь завтра Пасха, сегодня суббота, завтра воскресенье, Пасха. А послезавтра Турция, послезавтра самолет. Ой, сколько всяких этих дел в жизни, которых нужно делать. Ой, самолет. Ну да, 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 самолет. Ну что ж, начнем. Последний раз. Третий раз. Уже заходишь, третий раз свободно. Уже нету этой скованности. Рука все равно автоматически хватается за богатство. Но можно уже не держаться, благодаря тому, что, поджав немножко коленки, автоматически все сохраняется в тепле. И я вот даже могу похвастать. Вот мои две ручки, 27 апреля. Я не держусь из-за богатства. Оно у меня очень надежно спрятано моими коленями. Я сижу на коленках, на корточках. При этом тело полностью охлаждается. И живот тоже. Я чувствую, что уже нужно выходить. Но чтобы тело не закостенело, я немножко еще и подвигаюсь. Попытаюсь поплавать на корточках. Я вам показываю, вот как плавать на корточках. Это мой вид плавания. Плавание на корточках. Это особый вид. То есть можно даже в крещенские морозы, если умеешь плавать на корточках и не хочешь повредить своему богатству, берешь, ножки поджимаешь и поплыл. Все. Боюсь за батарейку, чтобы еще успеть с вами попрощаться в этом ролике. Поэтому буду выходить. Река холодная. Слова горячие, сердце огромное и требует тепла. Ой, по-настоящему все-таки есть. Нравится плевать еще, ведь все-таки оно идет по течению. Плюешь тама, течет тудама. Равносильно кораблик перегоняет. А мы когда маленькие были, у нас получается был ручеек. Спичку ложили, и ручеек нес. Потом спичку ложили, какую спичку догонит, обгонит, а ведь спички еще застревали, ставки можно было ставить, тоже можно было зарабатывать деньги. Вот, берем, смотрим, ждем, плывет, плывет. А рядом можно еще сделать. И тогда конкуренция пошла, кто быстрее. Растворился, проиграл. Вот такая вот дилемма. Мира вам, добра, любви. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Сейчас вытеру ручку немного. У меня такая хорошая рубашка, да? Сразу как и полотенце. Можно с ней работать по индивидуальной программе. Красота. 14 минут все-таки. Единственное, что фокуса не было. Вот это проблема. У айфона ручная подстройка фокуса. Ну, все равно, надеюсь, хоть какое-то удовольствие можно было поиметь от этого видео. Хотя бы в конце я с вами с фокусом, так сказать, стопроцентным, красивым, многократным попрощаюсь. Снимал меня куст, и он не смог подстроить фокус как-то мне исправить. Я еще буду над этим работать, но вот хотя бы в конце я с
100% подстроено, чтобы вы видели, что это действительно iPhone, его качество, его знаменитые пиксели, они работают на меня. Но ручная подстройка, и она не меняется в настройках, поэтому надо будет сейчас с этим как-то поработать. Может, какое-то приложение скачать. Ну ладно, мира, добра вам, любви, чтобы у вас все было хорошо. Подписывайтесь, ставьте лайк. До скорых встреч. Пока-пока. Будьте счастливы. Это моя река, мое богатство.